Всем привет, мои хорошие, с вами Мария. Мы продолжаем играть в Resident Evil 3. На данном месте мы остановились. У нас очень тяжелое состояние. Так, что тут у нас? Карта канализации. Да, мы попали в канализацию. Собственно, вот здесь мы находимся. Карта местности прекрасна. Будем исследовать, смотреть. Я не знаю, у меня нет хилок, у меня есть только красная травка, нужно найти зеленую, чтобы все это дело смешать и уже стало нам получше, так сказать. Ой, что-то такая красноватая, да, котики? Красноватая, красноватая. Так. Ну что, давай выбираться отсюда. Здесь точно больше ничего нет. Это мы открыть не можем, да? Выходим. Мне очень нужна зеленая травка. Так, перезарядка. Что у нас по патронам вообще? Сброс сюжетных предметов. Можно выбросить. Для этого нажмите выбросить. Выбросить. Я не знаю, вот это, кстати, рубин. Мне кажется, что это вначале вот там была такая штука, не знаю, часы какие-то или что это, там вот, наверное, там этот рубин нужно было использовать, потому что другого я ничего не видела. У нас 11 патронов всего на дробаш наш и 10 патронов на пистолет. Так, дробь у нас на 3, пистолет на 2. Что там пистолет у нас? Давай сразу 15. Патронов перезарядим. Как сюда зайти? Мне очень нужно в эту комнату. Тихо. Так, лестница. Что это было? Да я тоже что-то странное слышу. Так, здесь дверь. Усиление охраны канализации. В контрольных зонах несколько раз видели неизвестного. Мы начинаем замену устаревших механических замков и вводим новые протоколы безопасности. Для разблокировки новых электронных замков необходимо... Ага, я поняла. Раздать сотрудникам особые батареи. Держите личные батареи при себе во время перемещений по комплексу. То есть так просто мы сюда не зайдем, да? Я поняла. Батареи у нас нет. Я поняла. Нам нужно искать батарею. И тогда мы сможем открыть эту дверь, и вдруг там была бы зеленая трава, которая нам очень нужна. Что здесь как-то вот все... Вонючки какие-то. Может, там что-то есть? Нет, ничего тут нет. Очень опасно ходить с таким ХП. Ха, опа. Боже. Эту одежду точно надо сжечь. Лестница какая-то. Погоди, а дальше нам идти не надо? Ручная граната. Нет, давай поднимемся, мне интересно. И куда? Куда? Наверх. Как-то здесь все спокойно, знаете, пока не зомби, ничего. Аж пугает даже это спокойствие. Ой, как мне хреново. Давайте чуть-чуть ускоримся. Джилл, прости, но я хочу чуть-чуть быстрее. А здесь понятно все то же самое. Батареи. А что здесь? Давай, давай, тут нет. Открывай! А почему я не могу тут зайти? Там, наверное, с другой стороны, да, замок? А значит, нам нужно через низ идти. Точно же, да? Да. А гранату нельзя использовать? Ну ладно. Ну ладушки. Идем, спускаемся вниз. Так, я сейчас с пистолетом, да, если что.
Ой, мне это не нравится. Просто какой-то неожиданный бомж, и мы трупы. Какие-то нехорошие звуки. Не знаю, почему я сюда решила пойти, а не прямо. Но мне что-то прям страшно тут. Что это? Это? Не, ребят, что-то я не хочу сюда идти, я передумала. А, пойдем вон в ту. Да ну вас нахер! А что происходит? Со всех сторон какие-то чудища! Выпадю! Ухожу, ухожу, уползаю! Улетаю! Не жди меня, мама. Ты сейчас что? Погоди, что, прости? Мало того, что это какое-то неведомое чудо-юдо, так как еще и два сразу выползло на меня. Чего? Что, прости? Дробаш берем? Ну, это не дробаш. Вот это дробаш, да. 4 патрона. Окей, слазим вниз. Я не знаю, может быть, я так загрела случайно двух? Может, по одному как-то? Пацаны! Пацаны, по одному, может? Я знаю, что, по идее, дробь, чем ближе ты бьешь, тем лучше, нет? Может, больше так урона будет? У меня просто не так много патронов. Сука, да тут тоже пошел на нас. Так, мы били, которые спереди. Я опять уползаю. Будем так кайтить, потому что против двоих, мне кажется, вообще не стоит, когда у тебя нет ХП. Нет ХП, веди себя адекватно. Не лезь под огонь. Я надеюсь, они не регенятся, когда отходят. Мы стреляли в первого. На, сука. У меня не так много ХП. Сдохни, мразь! На! Давай с дроби! Страшно! Очень! Да что это за живодристики-то? Так, погнали сюда. Погнали, я еле шевелюсь. Так, больше никого тут не будет. Давай побыстрее пройдем. Так, обычная дверь. Отлично, в которую можно зайти. Взрывчатка Б. Идеально просто. Давайте все. А лучше зеленую траву хочу. Дайте наши травы. Дайте наши травы. Правда, здесь не будет травы? Гранатомет. Давай, гранатомет. Почему бы и нет, собственно? Почему бы не гранатомет? Почему бы не гранатомет? А, погоди, гранатомет, куда мне его девать? Секунду, гранатомет занимает два слота. Эту коробку не можем открыть, нет? Ну, только обычно такие коробочки. Отмычки. Давай кинем пока сюда рубин. Я просто не знаю, честно, куда его девать уже. Нет, перемести травку сюда. Да, вот так. Ну, нам нужен же гранатомет, ребят. Ну как мы без гранатомета? Никак.
Счет из оружейного магазина Кендо. Спасибо за покупку гранатомета. Да, мы его бесплатно получили. Мы внесли специальные изменения в эту модель, чтобы обеспечить совместимость с различными типами боеприпасов. Для оптимального результата обязательно выбирайте боеприпасы в соответствии с ситуацией. Во время покупки мы уже обсуждали, что это обновленная модель, и патронник нужно проворачивать вручную между выстрелами. О, я поняла. На это потребуется дополнительное время. Но это отразилось на цене, как мы и договаривались. Запись от руки на обратной стороне. Взрывающиеся патроны. Взрывчатка АХ2. Зажигательный боеприпас. Взрывчатка А плюс взрывчатка Б. Кислотный боеприпас. Взрывчатка Б. Две штуки. Я поняла. Артиллерийские мины. Создать без сложности невозможно. Но не стоит запасаться. Они не поймут, если придется сдерживать гам. Так, хорошо. Я надеюсь, что я еще тут что-то найду, чтобы полечиться. Журналы лаборанта. 4 марта. Темп воды 18 градусов. Так. Гам впервые выпустили из резервуара. Двигаются вяло. Так это они были. Боевой потенциал низок. 18 апреля. Темп воды 20 градусов. Пробовали новые гормоны и медикаменты. Один вариант дал положительный результат. Боевой потенциал заметно вырос. Особь научилась быстро передвигаться и заглатывать жертву целиком. Ну, спасибо. 30 июня. Амбрелла официально остановила разработку ГАМ. Амбрелла, да? Нам удалось спасти несколько особей с особенно высоким потенциалом. Доктор Логан Карлайл настроен во что бы то ни стало довести развитие ГАМ до совершенства. 14 августа, 2 недели в канализации. Из-за повышенной температуры снизилось качество воды, но особи чувствуют себя лучше, чем мы опасались. Гаммы быстро запомнили план тоннелей. Запомнили план туннеля, перемещаются, и 2 дня исследовали подземную часть, Ракун-Сити. Все особи знают нас и ведут себя дружелюбно, но на тот случай, если они выйдут из-под контроля, мы запаслись мощным оружием. 1 сентября, нам повезло. Взятка начальника водоканала помогла избавиться от лишних помех, но гаммы продолжают расти, и это становится проблемой, нужно искать варианты. 9 сентября, в лабораторию забрел работник водоканала, но гаммы немедленно его уничтожили. Обалденно. Это доказывает их пригодность для работы в полевых условиях. Завтра свяжусь с европейским отделом Umbrella. Может, они еще увидят свет. Неплохие создания. Спасибо вам большое за создание такого хорошего чудовища. Я не верю. Ну что, ни одной хилки нет. Правда, да? Так, ребятки. Мы взяли, да, вот это все. Нам нужно создать сначала. Нам, по идее, нужен еще один слот. А что мы можем убрать? Выбрасываем его. Я так понимаю, он больше не нужен. Это квестовый. Квестовый предмет. Мне очень не нравится, сколько у нас патронов. Мне очень не нравится... Вообще, что сейчас происходит, сколько у меня хп и так далее. Так, у нас сейчас дробь, да? 2 патрона всего осталось. Так, здесь мы всех убили. Ну, пройдем сюда. Я надеюсь, новый гам не вылезет. Ну, пожалуйста, не вылази. Сейчас будет просто совсем не вовремя. Совсем не вовремя. Ай! Ну почему? Ну почему, гам? Ну почему ты не захотел? Пистолет! Надо очень метко стрелять. Я считаю, что в пасть ему стрелять самое лучшее. Не знаю, как вы, ребята. А я валю отсюда.
Не-не-не-не-не-не-не, куда пошел? Так нечестно, давай драться. Они возвращаются на свою точку. Открывай пасть, сука. Давай, дерись со мной. Дерись со мной. Да что, еще не все, что ли? У меня же больше нет патронов. Давай, сука. Зипизи. Ну, граната, ребята, справились, но я не знаю, ну что, у меня ничего нет больше. У меня больше ничего нет. Что мне делать? Гранаты в бой пошли. Ну, сука, я надеюсь, это был последний. Так, отлично. Открытая дверь. Дайте травы. Да хоть что-нибудь. Полечиться. Батарея. Спасибо. Спасибо, нет места для хранения. Просто идеально. И что мне с этим делать? О, что это рядом? Что это рядом, я тебя спрашиваю. Какие-то отчетчи. Хочу отчетчи. Давай сейчас все осмотрим. Вдруг тут что-то будет еще. Слушай, я ее выкинуть ничего не могу. Зеленая трава, зеленая трава. Зеленая трава, что мы с ней сделаем? Угадали. Так. Куда дело? Объединить. Давай, мой хороший. Отлично. Отлично, появились слоты, мы хорошо себя чувствуем. Давай сейчас заберем сразу батарею. Мася знала, что мы доживем. Берем батарею, отлично. Теперь мы можем открывать двери. Черт возьми, так нам что, вернуться теперь надо? Давай посмотрим, что здесь. Стоп. Стоп. Так, отмычка у нас есть. Давай, давай, открывай. А, взрывчатка А. Мы помним прекрасно, что взрывчатка А плюс взрывчатка Б. Получается у нас огненные, если я не ошибаюсь. Огненные штуки. Пистолет, пистолет. Куда мне тебя деть, пистолет? Секунду. А что здесь? Порох. Да куда мне это все складывать-то, я не пойму. Дайте мне какую-нибудь сумку. Любовное письмо. Дорогие мои малышки, уже 3 месяца мы с вами здесь скрываемся. Постоянно вспоминаю, как вы вылупились. От ваших голосков мое родительское сердце так сладко сжималось. Ваши очаровательные тельца, которые скрывали невероятную разрушительную мощь. И, конечно, ваш вечный неутолимый голод. Вы истинный апогей серии «Охотник». Но нет, вас приказали уничтожить. Подумать только, из-за нескольких мелких уязвимостей они решили, что оружие из вас не получится. Так и заладили про вашу слабость к огню, про челюсть, беззащитную во время кормления. Это, по их мнению, недостаток. Да что они знают об собственных, об особенностях личности? Именно за недостатки я вас так и люблю. Но мы им еще покажем. Здесь мы вместе продолжим развиваться. Мы еще докажем Амбрелла, что вы, мои любимые охотники Гамма, венец творения. Сумасшедшая какая-то, нет? Чумачечи! Блин, да куда мне все это складывать, ребятки? Мне нужна сумка. Дайте сумку. Да тут столько пундуков всяких. Погоди, когда я беру вот эту штуку, я могу... О, зажигательный, я была права. О, смотри. Чё смотри-то? А чё смотри?
Погоди, у меня в руках сейчас гранатомет, да? Короче, я так поняла, нам надо быстрый доступ. Ну давай, наверное, вместо пистолета, да? А нафиг тогда вообще я с собой таскаю этот пистолет? Так, короче, ребята, давайте возвращаемся, наверное, быстренько назад. Здесь очень много хороших всяких штучек, которые я очень хочу взять, но я не могу взять. Выходим. По сути, как бы, блин, я уверена просто, что нам сюда не нужно будет возвращаться потом. Потому что здесь тупики везде. Ну, собственно, гранатомет. Да вы когда-то успели-то резнуться? Они, по идее, уязвимы к огню. Умри, сука. У меня всего 3 патрона на гранатомете. Там был порох, понимаете? Мы могли бы сделать хорошую штуку. Хорошую штуку могли сделать. Давай здесь зайдем. Сейчас здесь все облутаем. Да откуда ты берешься-то? Нельзя промахиваться. Блин, здесь тоже мог резнуться, ребят. Тоже мог резнуться. Уходим. Ух, я напряжена, котик. Ух, я напряжена-то. Ух, напряжена. Так, давай сюда. Так, использовать, использовать, использовать. Спасибо большое. А забрать можем, нет? А-а-а, вон ты как работаешь, обалденно просто. Ладно. А, у меня больше, да, было патронов? Он сдох? Отлично. А, если сделать вывод из того, что мы прочитали, ребятки, то это значит именно то, что они сжирают тебя полностью, данные покемоны. То есть, как бы, если ты не отобьешься и они подойдут, то это все. О, спасибо, спасибо. Давайте мне обратно. Так, все, здесь дверь открыта теперь. Идем сюда. Использовать, использовать. Это то, о чем я мечтала. Спасибо. Ну, правда, она очень, ну, очень нужна была. Очень нужна была, очень нужна была. Так, у нас теперь одна взрывчатка. Порох, отлично. Есть что еще? Дайте еще что-нибудь. Ну, по зязе. Ну, правда, это все. Так, не забываем батарею свою. Не, ну сумка это уже огромный. Да заберишь ты ее. Два. Еще 2х смогу убить. Блин, нам бы обратно вернуться, ребят. Я не знаю, будет ли там...
Погоди, мы должны вроде туда пройти, да? Ой, я думала, лучше не бежать, потому что они как-то резко падают на голову. Так, спускаемся. Заходим сюда. Это самая первая, да, по идее, была комната, когда мы вообще зашли в канализацию. Слушай, ну мы сейчас идем уже в неизведанный путь. Нет, ребята, мы вернемся, мы все-таки соберем там лутейку нашу. Мы соберем там лутейку. Я почему-то думаю, что оно того стоит. Не знаю, зачем я вытащила батарею. Я не хочу просто так там оставлять лут. Ну не хочу, котики. Я надеюсь, что они заново не резнулись, честно. Это единственное, за что я переживаю. Потому что патроны на вес золота. У нас сейчас появилась сумка. Ой, зря я так быстро бегу. Ой, зря я так быстро бегу. Да, вот, вот здесь. Забираем просто отсюда все, что здесь есть. Потому что здесь много пундыков. Эти пундыки были прям вот тютя. Да, это первый пундык. Второй пундык. Порох. Высококачественный порох. Блин, а я не помню, с чем мы его объединяли. С этим тоже не объединить его. Ну ладно. У нас сейчас нам дробаш не нужен, нам нужно поставить пистолет. Потому что у нас дробаш, естественно, без ничего. А вот... Я могу как-то местами поменять, нет? Так, секунду. Давай сразу перезаряжаем, чтобы все было наготове. А здесь у нас всего два. Но ходить мы будем по-любому с ним. Ходить мы будем с ним. Возвращаемся. Так, стоп. Нам не сюда. Все, и опять бежим с самого начала. Давай, Джил. Пока эти твари снова не появились и не скушали нас. Потому что если они сейчас резнутся, по идее, я шила на мыло так поменяла. Ой, так погоди, это мне... А, точно, пойдем сюда ко сходим. Мы ж тут не были, да? Нет, мы тут были. Да, мы же там просто так туда не пройдем. Нам надо здесь по-любому спуститься. Ну, собственно, все. Теперь можно идти. Все забрали. А, использовать. Так, а вот теперь аккуратно. Карлос, ты меня слышишь? Джилл, слава богу, ты все в порядке? Ага, я в норме. Оторвалась от него. Отлично. Метро снова работает, мы уезжаем, как только ты вернешься. О, правда? Я бегу. Я лечу, мой Карлос. Ну какого ты тут делаешь? Да почему так все? Я даже не знаю, куда идти-то. Да я не знаю даже, куда идти. Отвалить от меня, суки.
Стой, сказала. Хрена с два будем. Уходим, я не знаю, будет ли он сейчас... Оно пользуется оружием? Да ну всем пользуется. Когда не было у него оружия, он нами швырялся. О, суки. Блин, ну не хочется на него это тратить. Ребята. Бочек нет, да? Да в кого ты, Маша, стреляешь-то? Как бозонька просто. Стой, мадама. Все, ты откинулась, нет? Так, ребят, я мимо пробегу просто и все. Ребят, если у меня так вот плечи поднимаются, значит, я очень сильно напряжена. Да сука опять тут орёт. Надо выбираться и поскорее. Я полностью согласна. Что тут за сраная стройка? Наверх. Я это сейчас сама жопу подожгу. У меня покруче есть. Ну, не покруче, конечно, но я тоже могу жопу поджечь. Сворачиваем. А что тут делать-то? Прыгай! Тетя, куда нам вообще? А, вот сюда. Давай, давай, быстрее, тетя. Тетя Джилл, не подводи меня. Прыгай. Я не хочу умирать. Давай, карабкайся, как я тебя учил. Пошли. Давай, давай, котечка, давай, моя солнышко. Что тут много чего? Какие указания? Нам сейчас некогда. Стандартный, сохраняться. Сохранить. Не выключаю пока. Что там? Фондыки. Да какой оставлять? Сейчас вообще не время. Может, еще покушать сядем? Я думала, это Карлос. А что делать-то мне? В смысле за дело? За какое дело? А мне что делать? Мне что делать? Он же неубиваемый. Это чтоб манти тут просто ждать? А, тут я током могу убить. Ой! Так, я могу убить током, я увидела. Я, в принципе, могу поджечь, но я больше чем уверена, что это мне ничего не даст. Мне просто временно надо как-то кайтить его, и все. Ну, это я так понимаю, что мне нужно сделать. А там... Я вижу еще одну траву. Давай, сука, иди сюда. Да аккуратно. Так, давай сразу сделаем вот это. У меня сейчас и есть как бы... Я не думаю, что мне здесь нужно потушить пожар. Да и патроны на него тратить не хочу, потому что я знаю, что ему вообще похер на все. Хорошо, если его нужно просто кайтить. А зачем тогда здесь столько всякой лечилки там и так далее? Типа мне нужно правда с ним сражаться?
Да он горит. Да ему вообще на все похер. Нахрен я это сделала? Может, мне надо направить куда-то пожар, типа, чтобы... А куда тут можно? Здесь я упаду. Что происходит? Эта штука больше не сработает. Ой-ой-ой-ой! Простите. Так что мне тут делать? Взрывающие боеприпасы. Секунду. Да. Уходим сюда. Ты какая, блин, граната? Короче, я так понимаю, если это тут лежит, значит его нужно все-таки бить. А че он в этот раз себя так ведет странно? Что мне еще есть? О, гранаты, да-да-да. Окей, давай с пистолета в него стрелять. Тоже. Просто я не хочу сразу сейчас все это потратить. Он просто сейчас какой-то скучный. Я бы сказала, даже очень скучный, нет, ребят? Ой-ой, не скучный, не скучный. Я пошутила. Это была шутка. Прости. Да прости. Это шутка была. Я больше так не буду. Уверяю. Ну, сука, держись. Ничего не вижу. Тут огонь везде. Нет. Я шутила, что ты скучный. Я пошутила. Так и... Это шутка, говорю, была. Чё, он увернулся? Да он уворачивается от твоих выстрелов, всё, чем бить-то? На, сука! Чего? Эта тварь еще и брыкается. Да она еще и кусается и кидается, не поверишь. Что делать? Он не бегает по кругу. Нет, нет, нет. Ухожу.
Что происходит? А что, нечем больше бить? Все. Закончилось? А, нет, не закончилось. Слушай, у меня еще 7 патронов есть на пистолете. А что потом, я не пойму, с ножа его мочить? Да выбери ты пистолет, дура! Что? Ты сдохни, у меня уже нет патронов! Ножом тыкать в него? Ребята, что делать? Сейф. Да открывай сейф! Да какая трава? Мне что, ему травку тут курнуть, блин? Я ничего не понимаю. Ноль, 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 все по нулям. Что я могу из этого сделать? Ничего. Что я могу из этого сделать? Ничего. А что мне с ним делать сейчас? Здесь больше нет патронов и ничего такого. Так, окей, патроны для дробовика. Они как-то со временем появляются, что? Стоп, подожди, ничего с ним не надо делать, стой. Да, давай сейчас поизучаем патроны чуть-чуть. Быстрый доступ. Назначить, на единицу дроба сейчас у нас будет. Да нет! Нет, уйди от него! Да траву ешь. Я вообще сначала не понимала, что с ним нужно драться, ребят, честно. Потому что вот вначале, да, как его показали, он просто непобедимый, только не упади, я так старалась. Котя. Бедная. Фух, можно плечи опустить. Кошмар. У меня нет ничего вообще. Патроны, все. Все, нужно где-то срочно сохраниться. Карлос? Карлос, это Джилл. Меня слышно? Слышно хорошо. Ты в порядке? Ага, эта тварь мертва. Отлично. По делам ей. А чем ты думала, делая себя... Кого? Тебя же могли убить. Даже не начинай. Так было нужно. Знаю. Спасибо. Метро снова работает. Дуй обратно. Так, у меня есть 5 патронов. Что неутешительное. Вообще неутешительно.
Что это за звуки? Погоди, ты мне куда надо развернуться? Еще? Вот так? Здесь залезть можно? Да, можно залезть. Так. Там кого-то кушают. А куда бы мне тут... Нам нужно в самый конец, да? Надо, короче, как-то аккуратно пройти. Так, мадам, давай быстрее. Я не хочу тратить патроны. Отмычка? А что тут? Что тут нужно использовать? Да погоди ты, уберись. Дробашом не можем? А что, прости? Почему нельзя? Я не понимаю, тут замок, типа, такой нельзя вскрыть, здесь нужен ключ. А куда мы можем здесь пройти? Ой, я чувствую, здесь опасно. Самозарядный ствол? Дробовик? Чего? Есть что-то еще? Ой-ой-ой-ой-ой, это нам очень нужно, это нам очень нужно. Очень-очень. Погоди, давай сразу. Все отлично. На полу тут никого нет. Не двигайся, черт, Джилл. Кэнда, ты в порядке? Ага, в порядке. Если с натяжкой, прости, я немного нервный. Неизвестно было, чего ожидать. Да, неужели? Слушай, мы на метро везем людей из города. Ты с нами? Метро, что ж, неплохой вариант. Когда мы выберемся, дел у нас будет много. Человек с твоими навыками нам пригодится. Что-то не так? Ничего, просто сейчас не лучшее время. Слушай, за меня не переживай. Попробую придумать что-то еще, ладно? Уж постарайся. Лучше тебе оружейника не найти. О, нет. Не твори глупости. А это же твоя работа, да? Береги себя, Джилл. Он что-то мудрит, ребята. Здесь что-то происходит, он не просто так свалил. Эй, Джилл, и последнее, если отправишься на станцию, загляни в служебный переулок у магазина, хорошо? Ключ висит на стене. Нет места, да вы издеваетесь, что ли? Вместо чего мне это класть? Блин. Так, все, тут сохранялочка, разберемся потом. Котики, на этом мы остановимся, честно. Обалденная. Вот эта часть с канализацией, с этим боем.
Маша, было страшно. Я, честно, я не знала, что делать, когда нужно было драться с ним один на один. Спасибо, мои хорошие, за просмотр. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. С вами была Мария. До встречи, котики. Пока-пока.